Не, я... А, плохо, да, плохо. Не, да, парная, все, парную. Пятница сюда. Пятница сюда. Да.
Хорошо, пошел. Давай. Ну что, палку не видел? Нет. Извините, пацаны, палки нет, буду бить мячом. Далеко, очень далеко. Эй, где ты держишь, он локоть вытащит. Выше руку возьми. А что это? Ладно, той рукой дальней возьми выше. На настоящий меч. Давай работай. Так, побалдеть. Давай. Еще 30 секунд. Меняемся. Еще раз. Двигайся, Андрюха, жопу двигай. Вот так. И не спешите за голову закидывать. Смотри, поменяли второй номер. Второй номер. Да не эту ногу. Так, еще. Вы поменяли? Ага, так. Отпускаешь локоть. Поднимай ногу. Еще. Вот теперь, оп, молодец. Еще раз, давай посмотрим. Так, взял захват, локти. Так, один локоть отпустил. Какой? Это, значит, эту ногу поднимаешь. Так, стоп. Да, двигайся сюда. Еще. Изнутри. Ой, оп. И сюда. Сядь хорошо, колени вверх. Ты как-то так боком. Давай. Работать. Так. Нет, ногу. Ближе. Смотри. Вот так. Да, вот. Двигайся. Попу не выбирай. Смотри. Если ты так стоишь, ты должен сделать сюда кувырок. Значит, ты должен развернуться. Толчок туда. А ты не доворачиваешься. Давай. Хорошо. Но я боюсь, что все-таки он сможет убежать туда. Локоть низко. Так. Еще раз. Когда он начнет делать? Рот вот пусти, не держи. Нельзя уйти? Хорошо. Макс, ты уйдешь. Только запись. Вот видишь, что он делает? Когда он начинает делать, ты его локоть раз выжмешь. Попробуй. Вот как только эта позиция случается, у меня уже жопу все подозревает, что ты хочешь делать. Батэ, да, значит, внимание, бас остается. Значит, смотрите внимательно сюда. Что мы сейчас делаем? Значит, сейчас вы, если получится, иди сюда, вставай. Держи, тренер, туда. Не чувствуешь. Значит что? Смотрите внимательно. Отпускаем локоть, да? Раз. Переходим сюда. Раз. Переходим. Хоп, сюда. Ногу за голову не надо перебрасывать. Просто ставим. Раз. Раз. За счет вот этой ноги. Видите, я... А при снятии
поворачивается. Раз. Оп, сюда. Оп, здесь мы уже. Мы здесь руки уже сильно не держим, даже ниже. Почему? Потому что мы не делаем до конца. Пошли в первый номер. 5 прямо, 5 влево. Пошел. Право, влево. Ноги не опускаем. Ноги на этот не ставим. Ближе, Андрюха, ты очень далеко. Раз. Ноги вверху поворачиваются. Вот. Ногу согни вот эту, которая. Ну, не ставим ноги. Вот. Еще больше, Андрюха. Вот. А вот попробуйте, как Андрей. Андрюхи хорошо, не видите? У него ножки худенькие. Самые худенькие, высокие, поэтому ему легче даже сделать. Не было тяжело, потому что я толстый. А ну, Андрюха, покажи. Смотри. Раз, даже ногу ставим. Вот кто такой худенький? Да. А кто от силы растолстел? Хорошо, на темп поменялись. А держать надо руки. И не локти уже держать, уже ниже просто немножко, чтобы... Раз. Плохо. Плохо. Делай. Еще. Все. Ногой помогает. Двигайся. До конца ногу забрасывай. И ногу забрасывай. Оп. Да. Теперь в другую сторону. Вот. Правильно. Ноги не ставим на татами. Вот. Смотри, как вот. Вот, Денис, да? Давно надо было забрасывать. Вот сюда. Пошел. Матэ, поменялись. Макс устал, поменялись. Ну, право-влево. Право-влево. Ноги нас... А вот моя любимая палечка. Пошли. Так. Пошел. Так. Стоп, Матэ. Ой, пацаны, сколько я делал для того, чтобы вот это... Я на республике сделал. Иди сюда. Значит, что вы сделаете сейчас? Смотрите. Значит, посмотрите внимательно. То есть я на колене, он на спине. Представили, да? У вас руки. Вот. Или так. То есть в одну сторону смотрим. Я отсюда беру, поднимаю и делаю мешание. Еще раз, видите, вот эта штучка, раз, оп, и делаю удушение. Отсюда, раз, и делаю удушение. Раз, и делаю удушение. Не сверху, снизу. Раз, два, встали в стойку. Пошли. Первый номер, потом второй. При нынешних темах. Тяжело. Да, тебе я. Пошли. Стоп. Не надо сильно, потому что это. Да. Потихонечку, да? Посмотри. Самое. Стоп, смотри, вот. Еще раз. Самое главное, вот подними. Оп. Движение. И все. Поднял сюда, а это раз отпустил. Я более у него. Хорошо, поменялись. Второй номер. Нет, ты видите, надо просто. Правда? Да, разве только много? Вот посмотри, да? Если хорошее кимоно, сюда, да, то... Да, видите. Вам помочь? Пока. Поменялись. Хорошо, Матэ. Понятно. Отсюда. Еще раз. Отсюда. Выдушили. Когда вот так душится. Еще раз. Сейчас будет. Смотрите, какое кимоно. Если кимоно тонкое. Никакое, тонкое, то можно душить. Если кимоно вот как у меня или как у Макса, не пытайтесь. Можно показать, но не делать. А теперь смотрите дальше. То же самое. Руки идут. Видите? Да. Партия только.
хоп, и удушение. Еще раз показываю. Стойки болевой, удушающий нельзя. И со стойки в парках тоже нельзя. Одно время можно было и в стойки в парках, сейчас не удушают. Еще раз, посмотрите. Видите, не здесь, а вот сюда. Вот. Снизу, хоп, и отсюда удушение. Отсюда раз, и отсюда удушение. Пошли? Да. Еще раз показываю. Вот поставь руку. Как можно выше, вот сюда. Оп, и отсюда снизу под рукой. Пошли. А что вы все время, что вы все время стараетесь неправильно сделать, ну жестко. Выше. Выше. И вот теперь отсюда. Все, и ну жестко. Оп, на. Берешь сюда. Потом, смотри, снизу. Снизу раз. Оп, ну дышащий. Давай. Еще раз. Поменялись. Еще раз. Самые мне нравятся пацаны, которые делают неправильно, но которые делают сильно. Вот эти нравятся. Стоп. Еще раз. Отойди. Как можно выше. Если здесь. Да, просто выше. Стой. Меня прошло. Да не играет. Я просто, видишь, я ставлю сюда немножко, для того, чтобы не было можно. А ты берешь отсюда еще раз. Раз, ты что, вот этой штучкой, раз, чтобы ему не было больно. Это же друг. Друг враг. Хорошо. Давай, поменяй. Теперь опять руку, да? Все, да. Так, Матвей, значит, внимание сюда. Макс ложится. Да. Ты между ног. Твоя задача его задушить. А мне болевой. А как ты делаешь болевой? Давай. Твоя задача задушить его, а ты делаешь болевой. Пожалуйста. Ты делаешь удушающий. Нет, ты делаешь удушающий, а ты болевой. Все, отжимаем. Стоп. Учебно-тренировочная схватка с заданием. Один душит, один делает болевой. Че? Задуши. Так ты давай ему души. Где надо, остановитесь. Чувствуете, попали. Все. Макс должен меня задушить. Во-первых.
успех. У вас есть.